Новости об ОДН. В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, который изменит принцип начисления стоимости общедомовых нужд. Законопроект предлагает, что начисление ОДН будет определяться либо по нормативу, либо по показаниям общедомового прибора учета, если так решат собственники. Документ ожидает голосования в первом чтении и, судя по списку инициаторов, быстро пройдет все оставшиеся этапы и подписания.